Киргизии подводит итоги парламентских выборов. Уже известно, высший законодательный орган страны проходит 6 политических партий. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, большинство голосов набирает социал-демократическая партия. Однако для формирования правительства ей все равно придется создавать коалицию. Впрочем, в штабе социал-демократов полученный результат уже назвали победой. А в ЦИКе заверили, никаких сомнений в прозрачности голосования и при обработке бюллетеней нет. Мы считаем, что сегодняшний день войдет в историю Кыргызстана, потому что честные выборы в Кыргызстане стали реальностью. Нигде карусели не было, невозможно было его делать. Ну, некоторые были попытки, и они сразу определялись. Самое главное, если вы знаете, мы этот метод опробовали еще на местных выборах, на некоторых участках, и люди уже знали, что никакой карусели не будет и невозможно сделать. Демократичность состоявшихся выборов подтвердили независимые наблюдатели из 69 стран и 40 международных организаций. Такому результату, считает в ЦИК, во многом способствовали современные технологии. Впервые в Киргизии все избирательные участки были оснащены оборудованием для считывания биометрических данных и электронными урнами для голосования. Всего в выборах приняли участие 14 партий. Чтобы пройти в парламент, им необходимо было набрать 7% голосов. Официальные итоги обещают объявить в течение недели.